Стоит ли Украине отмечать Рождество 25 декабря, как на Западе, или остаться? Я считаю, вот там, где традиция есть 25 декабря, то есть католическая традиция, ну, ближе к Западу Украине, там Прикарпатье, вот это вот, там стоит, а у нас отмечают 7-го, так что я не знаю, насколько там, пусть отмечают 25-го, если они хотят. Ну, я думаю, что 25-го нужно, декабря. Ну, мне кажется, по-старому, мы же не католики. 7 января сюда праздновали, я за 7-е. Как вы считаете, нам праздновать как раньше 7-го? Нет. А, да-да-да, как раньше 7-го. Получше. Почему? Потому что. Спасибо. Мы любим отмечать, ну, по традиции, 6 января. От меня уже ничего не зависит. Как будем, так будем. 7 января. Я не католик, поэтому мне-то без разницы. Честно говоря, я не знаю. Не могу сказать. Да все равно. Одинаково вообще. По старинке 7-го. Лучше 7-го, да. Ну, наверное, как было, так пускай и будет. Зачем менять? Я считаю 7 января. Думаю, 7 января. И стоит ли Украине отмечать Рождество 25 декабря, как на Западе, или остаться вот 7-го? Я от этого что, поправлюсь?